удушающий. Я сразу не сажусь, валюсь на спину и сразу же делаю удушающий. Алексея Олейника можно по праву назвать легендой смешанных единоборств. Рекордсмен по количеству побед в ММА удушением. А в списке побежденных Алексеем такие звезды, как Джефф Монсон, Мирко Филиппович и Фабрио Вердум. И вот он в Астрахани, делится опытом с юными борцами. Я считаю, что здесь воспитывается характер человека. Ребята могут здесь позаниматься 2-3 года и уйти в жизнь. Но они за эти 2-3 года выработают свой характер, который будет им помогать все. Такой тип захвата сжимает трахею и грудную клетку. Не самый простой, но очень эффективный. Именно им часто пользуются на соревнованиях бойцы смешанных единоборств. Но для того, чтобы его выполнить, не навредив сопернику, нужна отточенность каждого движения и аккуратность. Научить такому могут только профессионалы. Очень важно, что он не только передаст свой спортивный боевой опыт нашим ребятам из Астрахани, а также из Черного Яра, но и сможет с ними побеседовать об очень важных вещах, о том, как добиваться своих самых заветных целей, но оставаться при этом настоящим человеком. И именно этот воспитательный аспект мы считаем главным вот в этом совместном проекте с клубом «Патриот». Компания «Лукойл» проводит мероприятия с именитыми спортсменами регулярно. Уже традиционно мастер-класс проходил в спортивном клубе «Патриот». Сделано клубом уже очень много в плане воспитания, в плане развития спорта. Вот посмотрите, сколько детишек тренируется. Сегодня они на хорошее мероприятие приехали, знаменитый боец UFC. Сами же ребята не скрывают эмоций, ведь не каждый день удается потренироваться и пообщаться со знаменитым спортсменом. Впечатления, ну, незабываемые. В принципе, рад в первый раз в жизни увидеть такого знаменитого спортсмена. Много эмоций. А набравшись знаний, ребята применили их на первенстве и чемпионате области по панкратиону. Кстати, те, кто участвовал в мастер-классе, показали отличные результаты. Сейчас клуб «Патриот» является лидером в развитии панкратиона, а на самом чемпионате его воспитанники взяли 3 первых места. Ксения Мозгунова, Андрей Разумный, Николай Тюлефанов, Дамир Майкенов. Специально для программы «Регионы Лукойла».